Как вы думаете, какой длины должно быть орудие у топовой самоходки, чтобы пробивать любого противника? 5 метров? 6? Как бы не так. Суровые советские конструкторы дали объекту 120 аж 9-метровую пушку. Боекомплект тоже вне конкуренции. Кумулятив пробивает 480 мм брони, а ОБПС прошьет 385 мм с расстояния в полкилометра. Что необычно, так это приличная маневренность машины и поворачиваемая башня. Объект может блестяще пользоваться ландшафтом и получать преимущество перед врагом. А уж что говорить про перезарядку? 6 выстрелов в минуту. Владельцам других машин остается только завидовать. Но у всего есть недостатки. У «Тарана» главное слабое место — бронирование. Одна короткая очередь с «Зенитки» запросто оставит вас без всего экипажа. С другой стороны, а зачем вообще подставляться под удар на дистанции, где вас достанет «Зенитка»? Ну, ты правильно, незачем. Объект 120 — это король боев на больших расстояниях. Эта машина ведет прицельную стрельбу на расстоянии до 3 километров практически без поправок по высоте. Сидя на краю карты, вы можете спокойно накидывать крупнокалиберные подарки любому, кто попадает в прицел. И чаще всего вас даже не обнаружат. Добавим пару советов. Еще раз, не рвитесь в ближний бой. Никогда. Если карта небольшая, найдите позицию на точке возрождения, откуда хорошо видно большую часть локации, и работайте оттуда. Чем больше дистанция между вами и целью, тем выше ваша эффективность. Лобовую часть машины, особенно башни, лучше дополнительно замаскировать декораторами. Так вас будет сложнее обнаружить. Боеукладку заряжайте преимущественно ОБПСами. С их баллистикой и скоростью перезарядки орудия вы достигнете больших результатов. И последнее. Помните, что деревья — ваши лучшие друзья. Прячьтесь от авиации в густом лесу или кустарнике.